Привет, зритель! Продолжаем тему футбола. Ставим лайки и поехали! Футбол – это спорт, который действительно объединяет, причем целые народы. Российский программист из Екатеринбурга по имени Владимир Хакимов доказал это не словом, а делом, поселив в своей квартире двух перуанцев, причем совершенно бесплатно. По словам программиста, он был очень недоволен тем, как россияне зарабатывают на чемпионате мира по футболу, заламывая цены втридорога. По мнению мужчины, это неправильно, так что он разместил в интернете объявление, что готов принять гостей совершенно бесплатно. После этого на него откликнулись двое туристов из Перу, мужчины средних лет, работающие инженерами. За неделю жизни в своей квартире в обычной панельной многоэтажке Екатеринбурга Владимир не взял с гостей ни копейки. По его словам, с него денег особо не убудет, а вот репутацию в стране и воспоминания он оставит исключительно хорошие. Отмечается, что Владимир Хакимов даже написал у себя в подъезде специальное объявление, в котором объяснил соседям ситуацию, а также призвал никого из них в случае чего не наживаться на болельщиках из Перу. Те, дескать, простые инженеры на предприятии, ради полета в Россию, взявшие кредиты в банках. Гости из Лимы, так называется перуанская столица, по имени Ремингтон и Джованни, прибыли на Урал неделю назад. Буквально с автобуса программист повел их гулять и показывать город. Среди всего прочего, пришлось объяснять некоторые вопросы такта и моды в России. К примеру, мужчины из Перу совершенно не представляли, что носить босоножки с носками не принято. Более того, Владимир сильно намучился, объясняя им понятие «зашквар». Однако впоследствии иностранцы все поняли и поблагодарили своего учителя. Также они оценили блюда русской кухни, в особенности им понравился майонез. Удивительно, но в Перу такого продукта практически не встретишь, так что Джованни и Ремингтон впервые попробовали бутерброды и салаты с майонезом именно в России и остались необычайно довольны. Поступком обычного екатеринбургского программиста восхитились многие пользователи сети. Мы присоединяемся к ним. Побольше бы таких честных, добрых и открытых людей. На этом все. Подписывайтесь.